Дедушку. Да, уже пора подумать, чем же вы будете баловать своего ребеночка на Новый год. Ведь Новый год – это детский праздник. А мы для вас приготовили множество рецептов, чтобы облегчить вам выбор детского новогоднего блюда. А я буду готовить медовую панакоту. А поможет мне в этом книга «Мама, дай фартук». Здесь даже справится ребенок, потому что эта книга, обучающая детей готовить. Нам понадобится 250 мл сливок, 150 мл молока, столовая ложка желатина и немного ванилина, столовая ложка меда. Смешиваем в чашке 4 столовые ложки молока с желатином, перемешиваем, оставляем набухать. В ковшик наливаем молоко оставшееся и подогреваем на среднем огне, не доводя до кипения. Туда добавляем мед и ванилин и мешаем до полного растворения. Затем добавляем сливки и подогреваем, не доводя до кипения. Выключаем конфорку, снимаем с плиты, добавляем желатин и тщательно размешиваем. Ждем, пока не перестанет дымиться. Затем разливаем по чашечкам. У меня вот такие замечательные красивые формы. И убираем в холодильник на пару часов. Ну вот, посмотрите, какая красота у меня получилась. Я ее украшаю по-новогоднему. Можно посыпать орешками, кусочками, фруктами, мюслями. Девочки мои хорошие, с наступающим вас Новым годом! Подбирайте рецепты, смотрите, проходите по ссылкам, которые будут в описании. Или проходите по аннотациям, которые вы увидите на этом замечательном коллаже. Ну, посмотрите, как все вкусно, аппетитно. Мы старались для вас, а вам осталось только выбрать. С Новым годом, с новым счастьем, с вкусным Новым годом, мои хорошие!